19 апреля отмечается День подснежника как символа надежды. Впервые его отпраздновали в Англии в 1984 году. В зависимости от климатической зоны подснежники зацветают от января до апреля. Сегодня эти цветы растут на многих территориях земного шара, но практически все они занесены в Красную книгу. А подснежники расцветут не раньше апреля. Так точно, Ваше Величество! 19 апреля также отмечается День российской полиграфии. Началось все с выпуска первой печатной книги «Апостол» в 1564 году. Сегодня напечатать можно не только книгу или журнал, но и настольную лампу, автомобиль, а также части тела. Это стало возможным благодаря 3D-принтеру. Историю этот день запомнился следующими событиями. 19 апреля 1783 года Екатерина II издала манифест о присоединении Крыма к России. В борьбе за полуостров на протяжении долгих лет главным соперником оставалась Турция. Она держала Крым в вассальной зависимости. В этот момент последний крымский хан отрекся от престола и скрылся под защиту русской армии. На полуострове начался экономический и политический хаос. Это и способствовало присоединению территории к России. В 2014 году это важное историческое событие повторилось. После тяжелого, длительного, изнурительного плавания Крым и Севастополь возвращаются в родную гавань. 19 апреля 1970 года были собраны 6 первых автомобилей ВАЗ-2101, прозванных в народе «Копейкой». С этого дня началась история классического вазовского семейства автомобилей «Жигули». Их производили до 2012 года. Хорошо всем на диво, мой «Копейка» красиво. Апреля 1965 года в Советском Союзе проведен первый испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты «УР-100». Это событие открыло новый виток гонки вооружений между СССР и США.